Ринат Шарапов занимается ремонтом дорог уже 15 лет. Профессию инженера полотна городских автомобильных артерий выбрал не случайно, так как в его роду есть заслуженные работники дорожной службы. Признается, что работает из-за желания помочь людям, сделать их жизнь лучше и преобразить город. Первый объект, который Ринат и его бригада начали ремонтировать в новом дорожно-строительном сезоне в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – проспект Кирова. В границах улицы Победы и Заводского шоссе работы стартовали с обновления полотна между трамвайными рельсами. В этом году проспект приведут в порядок в границах улицы Победы и Заводского шоссе. Изначально выполняется работа, это разработка существующего старого покрытия, изношенного. Также в дальнейшем это разработка щебеночного основания. В дальнейшем очистка, оголовка рельсы от существующего асфальтобетонного покрытия. Уплотнение основания, устройство нового щебеночного основания и верхнего слоя покрытия. На объекте бригада работает новым литым асфальтобетоном с улучшенными характеристиками. Покрытие, отремонтированное такой смесью, имеет большую износостойкость и устойчивость к высоким эксплуатационным нагрузкам, в том числе к вибрациям при движении трамваев. Все работы выполняются в строгом соответствии с технологией и ГОСТом. Проводить ремонт покрытия литым асфальтом можно до наступления постоянной положительной среднесуточной температуры от плюс 10 градусов и выше. С 2021 года вступил в действие новый национальный стандарт, который предусматривает именно использование новых асфальтобетонных смесей. В рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» предусмотрено использование новых и новейших технологий. На участке от улицы Победы до Заводского шоссе планируется выполнить ремонт трамвайного межпутья на площади 4 500 м². Также планируется отремонтировать покрытие проезжей части на площади более 40 000 м². Выполнить замену дорожного бортового камня, отремонтировать тротуар на площади 11 000 м². Проспект Кирова – это одна из главных магистралей Безымянки и один из важнейших поперечников города. Дорога связывает между собой сразу три внутригородских района – промышленный, кировский и советский. Также на проспекте располагаются социальные объекты, больницы, культурные центры. Поэтому движение на время ремонта не перекрывается, трамвайное сообщение не прекращается. Этой ночью работали на участке от улицы Победы до Физкультурной. Далее от улицы Теннисной в направлении Физкультурной. Всего в этом году в Самаре на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» комплекс от фасада до фасада обновят 7 дорожных объектов. Большими картами от борта до борта 25 участков улиц. Комфортными и безопасными для автомобилистов, пешеходов и общественного транспорта станут еще более 48,5 километров дорог. Мария Елчан, Никита Колосов, Константин Головин. События.